Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 4 июля. Мы приехали с Олегом Смирновым на канал. Здесь небольшой портик. Попробуем половить окушка. Что у нас получится, вы увидите. Если, конечно, не помешает дождь. Уже потихоньку начал капать. Ну, надеемся, что погода будет к нам благосклонна. Ну, ловить я сегодня буду на специальную микроджиговую удочку от Magicraft Rockfish. Знаю, как вам видно, от 0,5 до 5 граммов. Удочка эта с клееной вершинкой. Короче, полностью экипировался сегодня на микроджиг. Вчера, правда, на такую снасть ловил форель. Ну, сегодня попробую половить окушка. Значит, использовать я буду вот такую 2-граммовую головочку. Даже 1,9 грамм. Это свинцовая головочка, но обедненная. Приманку я поставил Polaris от Crazy Fish. Ну, сейчас попробуем, что из этого получится. Да, забыл сказать. Катушечка Luvios 2004H. Основная леска — это плетенка Casadaca Infinity 004. Поводок у меня 0,14 флюорокарбоновый. Ну вот он, первый трофей мой сегодня на микроджиг. Один идет, за ним тут куча, целая куча тащится. Вот такой вот красавчик окунек на 10 сантиметров. Сейчас мы его быстро отпустим и продолжим дальше нашу рыбалочку. Вот, спасибо, сейчас, секунду. Так, амнистия, пока он жив. Опа, его подрастай. Позови бабушку с дедушкой. Ну вот, смотрите, очередной трофей. Только теперь в этот раз уже попался бычок. Такой же, на 10 сантиметров. Так, сейчас Олега попросим сделать фотку. И отпустим его. Так, спасибо. Ну все. Отпускаем охотника дальше подрастать. Ну, вот опять зацепил я малышку. И опять бычок. Звезду. Браузу. Браузу. Вот такие вот баржи тут ходят. По каналу. Канал вроде небольшой, а баржа будь здоров. Оборвала сейчас свою приманочку, поставил сейчас я на 2-граммовой чебурашке крючочек восьмерочка офсетник и приманочку жилт от Pantone Достанин, твистерочек. Вот так вот выглядит упаковка, 1 инч, приманочка проверенная, я был на этом месте всего один раз, и в прошлый раз такой окушок под тридцатник влетел на него, хотя был тоже днем. Сейчас пока клюет одна мелочь. И порт такой великолепный. И все хорошо, и погода прекрасная. Но видно жара, вода нагрелась, и крупная рыба неактивна. Так, ну вот теперь и на воронку попался вот такой бычок. Судя по всему, кроме бычка, активной рыбы нету. Это не воронка, это джилт Pantone 21. Вот я поставлю сейчас оворунку 2 инча, приблизительно 5 сантиметров. Вчера на нее неплохо я половил форельку. Приманка потрепанная, но еще целая. Попробую, может, на нее что-то покрупнее попадется. Ну что, дорогие друзья, наша рыбалка с Олегом подходит к концу. К сожалению, нам удалось только поймать мелочок, у дня кушки да бычки. Но не важно, главное, потренировались, опыт приобрели. Будем надеяться, что в следующий раз повезет больше. Успехов вам, друзья!